чем 2018 по футболу выиграла Франция. В финальном поединке чемпионата мира Хорватия играла впервые. Чемпионом мира Франция стала второй раз в истории. Проходивший в России чемпионат мира по футболу выиграла сборная Франции, которая обыграла в финале сборную Хорватии со счетом 4-2. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Первые два мяча забили хорваты. На 18-й краткой минуте Мария Манджукич поразил ворота своей команды, а Иван Перешич на 28-й краткой – ворота соперника. Финал ЧМ-2018. Франция, Хорватия 4-2. Онлайн. Затем трижды забивали французы. Антуан Гризман с пенальти, 38-я минута. Поль Погба, 59-я, и Килиан Мбаппе, 65-я. На 69-й краткой минуте игры автор автогола Манджукич забил и в ворота соперника, установив окончательный счет. В финальном поединке чемпионата мира Хорватия играла впервые. Чемпионом мира Франция стала второй раз в истории. Ранее посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Кришо Главац очень обрадовался победе своей сборной над Россией в 1-4 финала ЧМ-2018. Счастью дипломата не было предела, и он, не сумев совладать с эмоциями, выкинул в окно диван и футболку сборной, которую снял с себя. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Team Корреспондент.нет. По материалам сайта Newsgro.com.